Мы место для машины на парковке нашли, но сейчас вот тут такая очередь, столько людей, смотрите, все столики заняты. Люди сидят, делают завтраки. Смотрите, там пожилые тетечки пришли. Сидят. Они уже давно кофе попили, они сидят, болтают, балакают, базарят, в общем. Так, нам нашли столик на улице. Накинула кофту, потому что прохладненько, здесь солнца нет. Вот так вот, смотрите, люди сидят, завтракают. И они вот после того, как попили кофе, они не уходят сразу. Они сидят, базарят, курят, обсуждают что-то. В общем, время проводят. Такие довольные, что теперь можно сидеть, как говорится, и теплая погода, достаточно теплая, чтобы сидеть на улице. Так что и мы, как местный народ, пришли на завтрак. Это чисто капучино. Смотрите, как в прошлый раз, мне сердечко для Рину. Какие дизайны у Кости? Какая-то же как жар птицы, что-то непонятно что. Ампию был. Ну все, Рину себе взял брюшек, я только капучино сейчас попью, все. С куркумой, кстати. Ну и вон она.